Сегодня поработаем на контратаке. Задача заключается в том, чтобы варьировать варианты защиты. Или мы делаем вариант глухой защиты, когда принимаем удар на себя, соответственно, даем возможность сопернику зацепиться, почувствовать точку опоры. А второй вариант, когда соперник вас немножечко проваливает и работает на провале, на контратаке. Первый вариант на подставку, еще точку подставку. Второй вариант стараемся провалить и на защиту. Еще раз, через первый вариант подставка, проваливаем. И в развитии атаки сейчас бьем правый прямой, левый сбор, правый прямой и уходим за руку с ножкой. Еще раз, сегодня первый вариант подставка, проваливаем. Все вместе. Подставка, проваливаем. И развиваем атаку после выхода еще одним правым прямым. Все вместе. Подставка, провал. Еще разочек.